Номер лота 7849, мотоцикл Honda Gold Wing 1500. Контрольное видео мотоцикла перед отправкой. Итак, здесь все целенькое, небольшая вот потертость имеется, большое ветровое стекло родное, все цело, без потертости. С этой стороны также на зеркале минимальные буквально потертости. Оптика вся передняя, все целенькое, все замечательно. Переднее крыло цело, не ломано, покрышка на четверочку с небольшим минусом. Здесь накладочки все целые, все целенькое, все замечательно, отличные оценки. Общая четверка. Здесь хром, лак на клапанных крышках, все в хорошем состоянии, нигде ничего не полезшее, не облезшее. Лапки, подножки, все целенькое, все хорошо. Сидушки в оригинальном исполнении, все замечательно. Спинка для пассажира, все целенькое. Кофры все целые, антенна присутствует. Так. В кофрах сумки имеются. Здесь нету. Во втором боковом, по-моему, есть сумка. Да, сумка есть. Так, набор инструментов тоже присутствует, книжечка присутствует. С этой стороны все целенькое, ровненькое, сидушка целая, подножки, лапки все целые, все замечательно. Также хром и лак по клапанной крышке все в хорошем состоянии, по пластику весь ровненький, все целенькое, все замечательно. Абсолютно небольшой пробег, всего 36 тысяч. Запускается, работает. Работает ровненько, без посторонних шумов. Все замечательно. Убрали обогатитель. Холостые обороты держат. Никаких шумов посторонних нет. Реверс исправно работает. Юбочка сзади все целенькая также. Готовим его к отправке.